Это изумруд. Ему 10 месяцев, живет в поводоге полгода. В начале зимы его с братьями и сестрами подбросили к приюту. Рядом оставили кастрюльку с едой. Там на морозе их и нашли. Сестру пристроили, а парни еще ищут свой дом. Изумруд – смелый и игривый парень. Любит гулять и не боится ни шумных улиц, ни больших машин. Как пассажир в машине ведет себя хорошо. Поддержит любую игру, рад и мячик погонять, и в догоняшки поиграть. Но если вам некогда, спокойно развлечет себя сам. Полежит или поиграет с косточкой. Изумруд – ненавязчивый пес. Легко сходится с другими собаками, избегает конфликтов. Если что-то его пугает, он просто держится человека. Обожая детей, терпеливо дает им гладить себя и тискать, поэтому хорошо подойдет в семью с ребенком. Может жить и в доме, и в квартире, но учтите, изумруд не охранник, он собака-компаньон. Пес полностью адаптирован к жизни с новым хозяином, знает много команд и учится дальше, чтобы быстрее освоиться в новом доме. Изумруд ждет своего человека в приюте поводок.